Госдума России ужесточила правила проведения акции протеста. Отныне устраивать митинги и шествия станет еще сложнее. Накануне Нижняя палата российского парламента одобрила очередные поправки в закон о проведении массовых акций. Депутаты решили, что подавать заявки на митинги не смогут граждане и организации, которых ранее привлекли к административной ответственности за несанкционированные акции. К массовым мероприятиям будут приравнены акции протеста с использованием автомобилей. Парламентское большинство проголосовало за поправки в первом чтении, несмотря на протесты депутатов от оппозиции.